В 2023 году население Республики Молдова в среднем потратило финансов на 0,9% больше, чем в 2022 году. Средние потребительские расходы на одного человека составили в среднем 4248 леев 40 банов. Дыхание, продукты элементарные. Что продукты элементарные? Легуми, фрукты, продукты депанификации, карни, мезелуры. Продукты лактати. Ну, cred că jur la 5.000. Ну, pe lună ies la 3.000 de lei. Procurăm, ну, салатуры mai mult, cărnuri. Комунальные услуги и кушание, обед, ужин, завтрак. Дорого все в Молдавии. А в основном куда еще? Бензин заправить, машину. В основном в 2023 году люди тратили деньги на продукты питания, коммунальные услуги и одежду. После расходов на продукты питания многие люди отмечают, что большая часть их доходов ушла на оплату счетов. Ну, услуги, конечно, большую часть зарплаты берут. Большую часть дохода нашего семейного услуги, да, берут. А на еду? Еда, мы вообще молчим. На еду еще больше, конечно. Потому что есть семья, дети, да, на еду много денег. На коммуналку, а на второе лекарство, а третье еда. Мы больше всего овощи, фрукты покупаем. Мясо не покупаем вообще. Отопление, самое большое отопление. Потом свет, вода, газ. Естественно, газ. Ну и у нас и вода дорогая, свет не дешевый. Ну вот последний раз у меня газ был 2 с чем-то тысячи, 700 с чем-то свет и 400 с чем-то вода. Потому что у нас вода в Гладианском районе почти 90 лей. Услуги и еда. Вот сколько вы тратите вот на услуги и на еду? Где-то 6 тысяч. Еда и квартира. Больше не на что тратить, потому что больше не остается. Pentru mâncare și apartament undeva la 5-6 mii de lei să duc. Numai încălzitul, numai pe gaz, plătesc 3 mii și ceva. Dar de mâncare... В 2023 году средний располагаемый доход населения на человека в месяц составил 4915 леев 60 банов, что на 15,6% больше, чем в предыдущем году.